Говорю же, я не помню. Вы говорите, что я вышла на эту дорогу. Но я даже не помню, с какой стороны я вышла туда. Как мы их спасем? Ладно, дорогая. Ладно, ты не расстраивайся. Не расстраивайся. А где этот горный домик? Капитан. Вот здесь он. Телефон Узана не ловит. Мемтаз. Можно проверить в горном домике? Можно. Где Аслан? Где упала моя дочка? Мы начинаем поиски. Я сообщил госпоже Хедие, мы приехали вместе. Пожалуйста, немедленно начните поиски. Капитан, мы вам доверяем. Мы начинаем поиски. Удачи, солдаты. Ладно, доченька. Ладно, все позади, не волнуйся. Берчин, когда она упала, с ней что-нибудь случилось, дорогая? Она ударилась? Я не уверена. Но у нее глаза были открыты. Или моя бедняжка была без сознания? Эх, доченька, эх. Почему ты бросила ее там и пришла? Ладно. Ладно, не надо давить на мою дочь. У моей дочери травма. А моя дочь сейчас лежит в яме. Я не знаю, где она. А ваша дочь хотя бы рядом с вами. Пожалуйста, вы можете успокоиться? Мы и так все сейчас на нервах. Не могу я успокоиться. Еще моего ребенка тут обвиняют. Все, что моя дочь знала, она рассказала жандармам. У них все узнаете. Пойдем домой. Сибель, ты подожди. С тобой мы дома увидимся, Тарек. Садись в машину. Жулиде, если тебе что-нибудь будет нужно, я рядом. Надеюсь, Сюзанна, ничего не случилось. Эти двое пошли тебя искать, да? То есть, зачем ты одна гуляешь по лесу? В чем твоя проблема, дочка? Так я была не одна. Мы с Узаном решили прогуляться. Ну а потом я ему рассказала о своих чувствах по отношению к нему. Ну а что он сказал, а? Как он отреагировал? Мама. Узан не любит меня. Аслан, дорогая, отзовись. Боже, надеюсь, моей дочкой ничего не случилось. Аслан. Мы смогли что-нибудь найти? К сожалению, мы ничего не нашли. Но не вы не волнуйтесь, мы найдем их. Аслан. Аслан. Не надо было ее отпускать. Не надо было позволять ей поехать. Она бы сейчас была дома, дорогуша моя. Мы найдем их, Хедие. Не надо так убиваться. И Аслан, и Озана мы найдем. Аслан! Дорогуша, где ты? Где ты, доченька? Озан. Озан? Нет его здесь.
Он не приходил сюда. Где же ты, сыночек мой? Где же ты? Его машина не работает. Он говорил мне, что машина сломалась. Но куда они пропали, Мемтаз? Я понять не могу. Дорогуша, Мемтаз эти места с детства знает, как свои 5 пальцев, не волнуйся. С ним ничего не случится. Ну-ка, проходи, отдохни немножечко, хорошо? Аслым, 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 где ты, доченька? Аслым, ты слышишь меня? Аслым, доченька, где ты? Аслым, ты меня слышишь? Аслым. Аслым. Это принадлежит Аслым. Иди, подожди. Вставай. Пусти меня. Пусти. Нет. Это не принадлежит Аслым. Где же ты, доченька? Аслым, где ты? Хедия. Будь лучше, если ты отдохнешь. У меня дочь пропала. Я не знаю, что с ней произошло. Нет у меня сейчас времени для отдыха. Еще и скоро стемнеет. Если хочешь, ты можешь вернуться. Хедия. Я тебе не враг. Я не меньше тебя хочу, чтобы Аслым поскорее нашли. Ну же, Мемтаз. Ладно, дорогая, ладно. Иду я. Куда же он пропал? Может, он вернулся в город? Не знаю, дорогая. Это Узан. В таком случае не трать мое время. Нужно немедленно найти мою дочь. Почему вы приостановили поиски? Почему вы не можете найти наших детей? Что они до утра будут делать на улице? Уважаемые, вы можете успокоиться? Пожалуйста, сделайте что-нибудь. У вас же есть особый наряд, отправьте их. Не останавливайтесь, пока не найдите их, пожалуйста. Капитан, послушайте. Вы поговорили с людьми, которые знают эти окрестности? Мы вместе с ними можем до утра продолжать поиски. Ночью нет смысла проводить поиски, есть возможность шторма. Солнце взойдет, и мы продолжим поиски. Что вы такое говорите? Что до утра в таком холоде будут делать наши дети, а если с ними что-то случится? Боже, защити их. Завтра утром мы продолжим поиски. Мемтаз. Хедия.
На улице холодно. Лучше надень это на себя. Моя дочь где-то там, в темноте. Она голодна, она замерзает. Какая разница, замерзаю ли я? Да, ты права. Но все же ты должна быть сильной. Мне кажется, тебе стоит немного поспать. А сын такая же, как и ее мать. Сильная. Упертая. Не волнуйся. Она выдержит. И завтра мы их найдем. Боже. Боже, защити наших детей. Пожалуйста. Боже. Не мучай ты так матерей, пожалуйста. И ради одного вздоха своей дочери готова жизнью пожертвовать. Главное, чтобы я могла воссоединиться с ней здоровой. Мне больше ничего не нужно.